Вместо крематория выбросили в лес. В области хотят жестче наказывать за плохое содержание животных. Такой законопроект поступил на рассмотрение депутатам законодательного собрания. Наказывать предлагают приюты и службы по отлову животных. Согласно проекту закона, за нарушение во время отлова животных ответственным грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Приюты за нарушение норм содержания животных планируют наказывать примерно в том же размере. Законопроект еще не рассмотрен, но прокуратура уже дала положительное заключение на документ. Тем временем в истории с жутким кладбищем домашних животных в лесу появляются новые подробности. Как сообщает портал Ньюслер, владельцы кошек и собак узнали своих питомцев на фотографиях с места свалки. Как рассказывают кировчане, они заплатили деньги ветеринарам за кремацию своих любимцев, а не за то, чтобы их в строительных мешках вывезли и бросили в лесу. Многие кошки и собаки, как рассказывают владельцы, умерли из-за болезни. Известно, что несколько человек уже дают показания полиции. Расследование продолжается, дело пока не возбуждено.